День добрый. Ремонт газовой трубы, которая течет. Я не знаю, сможете ли вы увидеть. В принципе, да. Что нам нужно сделать? Специальная химия, natural gas. Вот такая вот бака. Нужно намазать чуть-чуть внутри и чуть-чуть на трубу. Потом все это дело закрутить. Все, процесс сделан, закрываем, покажу, видите, natural gas, все, это сделали, запаковали, теперь и нужно еще хорошенько дожать. Все, отлично. Просто отлично. И последнее. Соединить рычаги. Ну, здесь все просто. Эту держим, эту дожимаем. Дожали. Все, включаем газ. Включили газ. Проверка. Все. Пузырьков нигде никаких нет. Закончили. Быстро, просто и хорошо. Правда, дает вас полчаса диагностики, чтобы понять, где течет. Ой. Все, всем спасибо. Хорошего дня, пока.